Надеюсь, мой велик сам без меня не уедет. Вообще, как бы у меня там сколько там монеток есть. Вот что дороже лёлику? Велик или паракарт с парой сотней рупий на каждой? Не, на самом деле и то, и другое, я надеюсь, в порядке будет. Привет, зритель! На этом плече неудобно, а на этом рука занята. Мне что-то показалось, будто тут как-то изменилось. То ли берег как-то более к спуску стал, то ли мусора стало меньше, то ли еще что-то. Там есть такой белый гараж. Я зимой как-то, или весной, или хз, когда я тут была как-то. Или еще на Волге был лед, но уже можно было кататься. Короче, как-то я тут была. И этот гараж мне так это... Ну, в общем, там такая дверь не цвета, гараж света, а дверь ближе к красному. Ощущение, будто дверь в никуда. Если молчать и ничего не говорить, то это как бы почти АСМР. Ну, волны же шевелятся. О, кошечка. У меня сегодня третья кошка за день. Кошка, ты идешь прямо в кадр. Кись-кись-кись. Кошка. Кись-кись-кись-кись. Так прикольно смотреть на кошку в камеру телефона и поверх руки. Кись-кись-кись-кись. Кись-кись-кись. Если подойдешь, я тебя поглажу. Не хочет. У меня кот что-то последние дни такой любвеобильный стал. Особо меня забавляет, что он ложится ко мне и задницу под нос подставляет. Вытянулся тут как-то. И хвостом по лицу водит. Это вообще, блин. Переворачиваешь, он обратно идет. Вот ту же позу. Короче, там человек, я забыла имя. Девушка. Просила повторить сумочку. Я все никак не осилю пересмотреть эту сумочку. Хрен знает какого года, АСМР. 19-я вроде была обзор сумочки. Не помню, АСМР это было или про... Или еще был ролик просто сумочки. Короче, сумочку одной обещала засмэрить или просто обозреть и забыла. Как обычно, в принципе. Я пообещала ее чем-нибудь набить, просто я сейчас с ней не хожу. У меня даже сегодня идея пришла, как ее представить зрителю. Но тот СМР я так и не осилила. Что там такого супер крутого, что оно так всем нравится? Не, не всем, потому что там наверняка стопудово есть. Может, сотня, может, меньше дизлайков. От тех, кому она реально не нравится, сей ролик, в смысле, и от тех, кого папа болит от меня просто. Я вчера обещалась, вообще это уже было сегодня, по меркам людей, по меркам моим вчера, сделать обзоры после перевода. Но что-то я так глянула на себя в зеркало, у меня глаза такие были практически как у китайцев. Хоть и была уже ночь, 2 часа ночи, но выглядело так, как пьяное утро в китайском квартале. Человек идет какой-то там. Не будем на человека акцентировать. Ну, короче говоря, я поняла, что я уставшая. И ролики я запишу уже, когда приеду домой. После этого. После прогулки. Песочка. Тут как-то ведь увеличить можно. А как тут увеличить? А, вот так, наверное. Ух ты, как! Так, мой велик еще стоит на месте. Ну да, лапа дрожит. Ух ты, как прикольно! Ай да Huawei. Ай да чья-то дочь. Или сын. Так, все вроде. Обратно отмотала. Человека увидела, сбил меня с мысли. Как бы не совсем увидела.
в камеру-то, может, его и четко видно, для меня-то это какая-то так. То ли что-то шевелится, то ли реально кто-то бьется. А, вот что, я, короче, вчера после перевода немножко мозги разгружала, у меня еще такой интересный день был. Мне на Прозе.ру внезапно забанили произведение полноценное, а то, которое неполноценное, первая часть висит так себе. Причем оно залито было в 13 году, а полноценное в 15 уже. Из-за хунвейбинов. Это такие китайские красные гвардейцы в переводе с китайского на русский, да? Ну, а модераторы, они, видимо, или мои какие-то личные хейтеры, о чем я о подобном писала, короче, этот, вот еще до ютубные были такие поповольцы. В общем, подробности есть на странице ВКонтакте, там несколько постов. Репостила я их еще на страницу, посвященную ютубу, тоже ВКонтакте. В Фейсбук я чуть-чуть запостила, стишок напостила и пару, возможно, каких-то мыслей. В Твиттер поофигевала, вроде даже в Телеграм свой. Да, кстати, ссылочка теперь на Телеграме, я немножко там пошрудила в ссылках, пару ссылок удалила, на Дзен удалила, в который все равно не пишу, он как бы только для подписчиков виден. Кому интересно, гляньте, стрим, посвященный Яндекс.Дзену от какого-то там сентября вроде этого года. Ну и этот еще... ссылочку на Яндекс, потому что Яндекс Мани стали ее деньги. Как бы ссылка идет туда, куда надо. Кто захочет задонатить, и так задонатить. А кто не захочет, тому ссылка, это как бы ни холодно, ни жарко. Теперь там ссылка на обе странички в Телеграм. На группу в Телеграм и на чатик в Телеграм. Обе, кстати, открытые. Если кому интересно, можете туда тыркаться. Короче, так как мои мозги были с утра заняты, середины дня в офиге я была с этого... того, что узнала, что мою сказку китайскую, ну, мы с подругой Машей ее писали, как бы, нашу китайскую сказку, стилизованную под китайскую философию, эту культуру, вообще все про китайцев, китайская сказка, скажем так, чайная китайская сказка, ее забанили, причем удалили просто вообще с сервера, и там, как бы, ощущение, что человек специально выискивал с переходом такие на какие-то личности, не прямым текстом, конечно, но суть такая, что вот, как бы, как сказал Горбушкин, лишь бы придраться. Ну и как сказал другой человек, тоже вот как будто специально искали, и лишь бы к чему-то вот хоть к чему-то прицепиться. Будто бы красные гвардейцы происходят от известного тому человеку слова из трех букв. Из трех букв много слов. Ну и в общем, мне надо было мозги разгрузить. Я что-то такое забила в поиск. И мне каким-то чудом, ну, в общем, я, как обычно, чепяталась, мне каким-то чудом вылезла пара страниц на рекоменде, где у меня, кстати, есть аккаунт, но я туда 100 лет не захожу и ничего не пишу. Хотя у меня были такие обширные планы, когда я ехала обратно в поезде из Абхазии, что я напишу два отдельных обзора на поезда, идущие в Абхазию, Адлер-Москва, Москва-Адлер, ну или как там они. И вообще на все эти фишки, в том числе Абхазию, очень много материала было. Похерилась с одного телефона, похерилась с другого телефона. Есть, конечно, задумки, черновики, но как-то руки не дошли. Но суть такая, что на рекоменде есть, оказывается, статьи про сайт богиньки, ну, эти насики, насекомые, которые через себя пишут, которые меня обсуждают, в том числе с дня рождения моего, с 16 года. И старые отзывы есть, и новые отзывы есть, и, оказывается, про них тоже, ну, там отзыв какой-то девушки, но я его не осилил, он какой-то огромный, начинался очень нормально так, конкретно, но, видимо, скатился в итоге в стиле самих насекомых, в дно днище полное. И там она писала, что как бы удивилась, что обсуждают на насиках iRecommende сайт, и ее в том числе. Я удивилась, что вообще обсуждают iRecommende. Ну и мои мозги как бы разгружались разным образом. Потом я поняла, что 2 ночи, и мне писать уже ничего не хочется. Я планировала, как раз достала плойку, чтобы волосы завить, но подумала, что лучше я хоть сегодня, вчера, хотя это уже сегодня было, лягу в 2 ночи и более-менее высплюсь, чтобы в 10 встать и сюда приехать. Чем я опять усну, хрен знает во сколько, у меня и без того бывает бессонница последние дни. Ну, как бы я в 9 проснулась, как меня разбудился, лежала, читала первую часть сказок своих, вот эту китайскую чайную сказку нашу с Машей, и в какой-то момент нашла опечатку, о чем сообщила ВКонтактике.
Наоборот, потом ее отредачить. Я, наверное, в смысле пришла это или зачитать. Ну, там большой такой формат. Конечно, не такой, как Инферноспират или Энни. Но прелестненький. На видео я помню, что делал опрос. Сейчас будет шум. Двойной. Пылище-то сколько. Делал опросы, были там как бы люди за. Ну, вообще считаю, что даже если есть хоть один, хоть от одного человека есть какой-то конкретный запрос, то это уже имеет место быть. Сейчас повторю, а то тут шумно опять было. Вот куда эти машины ехали. То я ехала, там прям баррикада этих машин была. Штук 5, наверное, стояла, думаю, что такое. Мне не сначала за пожарку приняла их. Потому что тоже красные, хоть и ближе к малиновому. Короче, если есть хоть от одного человека запрос, то этот запрос имеет место быть, я так считаю. Но что-то у меня пока не сложилось за чтением своих текстов. Потом я думала, может, это с монитора записать, с возможными комментариями или так что-то. Как бы свои тексты. Ну, как-то, в общем, я лежала, читала, позвонил мне родственник. И в итоге мне хошь не хошь пришлось вставать. Но зато я вот доехала до сюда. О, блин, я тут 11 с лишним минут трындычу. Ну, хоть дерево, что ли, вам? По-моему, там береза. Показать. Ладно. Я, короче, отрубаюсь. Вот тебе зритель сумбурный, возможно, как обычно. Ролик с телефона. Я просто очень хотела телефона познакомить с этим местом. Телефон познакомить с этим местом. Потому что с ним я, по-моему, сюда еще не ездила. Тут красиво. Пока, зритель.